Настало время бархатного сезона отпусков. Терпеливые знатоки хорошего отдыха знают, что именно в августе и сентябре солнце греет особенно приятно, а песок особенно мягок. И с наступлением этого периода социальные сети заполняются целым перечнем пляжных фотографий, однотипность которых заставляет нас печально отводить взгляд. Мы решили дать вам несколько советов, а точнее показать то, как нельзя делать отпускные фотографии, дабы в итоге не было стыдно ни вам, ни вашим подписчикам. Открывает наш сегодняшний антирейтинг один из самых популярных сюжетов девичьих фотографий – ноги из сосиски. Вы наверняка видели их в Инстаграме и Фейсбуке. Загорелые женские ножки на фоне пляжа или бассейна. Однако творцы таких произведений не заметили, что их конечности больше напоминают сосиски. В интернете было создано целое движение под названием Hot Dog Legs, участники которого начали снимать настоящие сосиски, пародируя летние девичьи фотографии. Далее следует не совсем фото, сколько неимоверное количество хэштегов под ним. Среди самых популярных – хэштег beauty, хэштег красота, хэштег без фильтра, хэштег пляж и хэштег люблю лето. Приоткроем завесу тайны для вас, но будьте готовы. Правда может шокировать. Советуем отвести слабонервных пользователей Инстаграма от экрана. Кроме вас, огромное количество хэштегов никто не читает. Пока вы отходите от шока, на пляже по всему миру выбирается огромное количество девушек, решивших запечатлеть себя в неестественных позах и вечернем макияже. И не поймите нас неправильно, мы совсем не против милых пляжных себяшек. И все же пытайтесь внести в них семя здравого смысла. Вы же не отправляетесь на рынок с выразительным макияжем или на каблуках. Или отправляетесь. И вдогонку к предыдущему совету. Не забивайте ленту друзей серии одинаковых фотографий с собой прекрасным в главной роли. Пляж окажется полон красот, на которые следует обратить внимание ваших подписчиков. Стоит лишь перестать заниматься самолюбованием, и перед вами откроется целый мир. Попробуйте, ваши подписчики будут благодарны. И на десерт фото из разряда «Следуй за мной». Первый миллион раз эти фото смотрелись оригинально. Теперь же настало время чего-то нового. А вот и несколько советов по тому, как сделать фото, которое не попадет в наш рейтинг. На 24% больше лайков набирает фото, на которых преобладает синий цвет. Старайтесь, чтобы на ваши фотографии попадало как можно больше лиц. Успех портретных фотографий объясняется тем, что мы подсознательно настроены обращать внимание на лица людей. Изображение с лицами получает на 38% больше лайков и на 32% больше комментариев, чем остальные. Чтобы обратить внимание пользователей на свой аккаунт, выводите контент за рамки привычного формата и добавьте в него яркости. Эти советы будут полезны вне зависимости от того, используете ли вы свой аккаунт для бизнеса или в личных целях. И фотогеничных вам отпусков. Всем лайк и ретвит за комментарий.